Український уряд свідомо зволікає з імплементацією мінських угод, які дозволять встановити мир на сході країни. Про це сьогодні заявив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Він також повідомив про створення міжпарламентської групи, до якої, крім українських депутатів, увійдуть парламентарі Німеччини, Франції та Росії. Завдання такого об'єднання – якомога швидше через втілення нормандських домовленостей привнести мир та припинити бойові дії на Донбасі. Стороны договорились о неукоснительном соблюдении Минских соглашений, первое. Второе, об имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины. Третье, необходимо принять специальный закон о выборах на этих территориях и приступать к конкретным действиям. К сожалению, на сегодняшний день, фактически в течение 7 месяцев пребывания команды Зеленского при власти, мы не видим ощутимых шагов, направленных на мир. Если украинская сторона будет занимать такую позицию в вопросе реализации Минских соглашений, то, конечно, никакого мира не наступит, и боевые действия будут продолжаться. В вопросах мирного урегулирования на Украине необходимо привлекать в том числе и парламентариев, которые бы могли участвовать, в том числе и представляя ту или иную точку зрения, руководство своих стран, которые участвуют в нормандском формате, для быстрейшего мирного урегулирования и прекращения боевых действий. Мы будем задействовать этот ресурс для установления мира в Украине.